Стараюсь работать над своим характером, чаще действительно улыбаться, не завидовать, избавляться от каких-то вот таких вот негативных качеств. Ну и, конечно же, занимаюсь спортом, потому что от спорта реально вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. И вместо того, чтобы идти там в бар с подружками, лучше сходите в спортзал. У вас будет хорошее настроение, и формы не расползутся.